Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками и их работами. Японский мастер, гравёр укиё-э и поэт первой половины 19 века Ясима Гакутэй родился в 1786 или в 1785 году. Место рождения Осака, Япония. Дата смерти 1868 или 1855. Ну, вот такие данные приводит Википедия. Я зачитываю Википедию. Родился в городе Осака. Сохранилось сведения, что он был внебрачным ребенком одного самурая, известного под именем Хирата. Точный год рождения неизвестен, условно его считают 1786. Мать вышла замуж за человека, который происходил из феодального клана Ясима. Молодой художник во взрослом возрасте взял название клана за свое первое имя, отождествляя себя с представителями клана. Вероятно, что первые навыки художественного мастерства он получил в городе Осака, где усвоил технику гравюра на дереве, распространенную в то время среди художников и графиков Японии. Некоторое время работал в мастерской художника Кацусика Кокусая, позаимствовав у последнего обобщение в рисовании, опыт создания манга и умеренное экспериментирование с техникой создания гравюры по дереву. Учился у Цуцуми Сюэй и Вакуба Хокей. Находился под значительным воздействием Хокусая, нередко повторял сюжеты из манга Хокусая. Гакутэй был также известен как поэт, автор юмористических стихотворений, а также занимался переводами литературных произведений наряду с дизайном сурюмона. Сурюмона – это жанр японской гравюры на дереве. Они были заказаны частным образом для особых случаев, таких как Новый год. Сурюмона буквально означает «печатная вещь», будучи выпущенными в небольшом количестве для преимущественно образованной аудитории литераторов. Сурюмона часто были более экспериментальными в тематике и обработке, а также экстравагантными в технике печати, чем коммерческие гравюры. Информация. Гакутэй был популярен как писатель и один из переводчиков классического китайского романа 16 века «Путешествие на Запад». Этот роман он проиллюстрировал. Часто подписывал работы именем Гакаку. Расцвет творчества Гакутэя приходится на 1815-1825 годы. Первая иллюстрированная книга была сделана в 1815 году. В 1838 издал серию пейзажных гравюр с видами Осаки. Работал главным образом как иллюстратор, мастер сурюмона, для которых часто сам писал стихи кёка. Главные мотивы его произведения – японская и китайская история, легенды, натюрморты, бидзинга. Бидзинга – это изображение красавицы. Основным предметом изображения этого жанра являлись прекрасные женщины. Чаще всего на гравюрах можно было увидеть обитательниц веселых кварталов Исивара, гейш, куртизанок и просто известных прекрасных женщин. Информация. Ну так вкратце о Ясима Гакутэй, это японский мастер, гравюр укиё-э и поэт первой половины 19 века, данные из Википедии. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Всего хорошего.